Jayarada Madhava Kunja Bihare Gopijana Valabha Girivaradhare Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Ramunatura Vanacharya Ramunatura Vanacharya Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Gopijana Vallabha Girivarada Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanacharya Jaya Radha Madhava Punjabi Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhare Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Chandra, Nitai Gora Chandra, Nitai Gora Chandra, Jaya Nitai Gora Chandra. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Дивши мати супадраки джай. Шишинитай гуре чандра ки джай. Шила прабхупад ки джай. Гур премананди. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Продолжаем читать шестую песню от Бхагаватам. Четвертая глава молитвы Хамсадгухья. Текст восьмой. Я прочитаю санскрит, перевод и комментарий. Ахо праджапати патир бхагаван хари равьях винаспатин ашадьяща сасарджарджам мишам вибух. Перевод. Растение. Сотворенное растение сотворил Верховный Господь Шихари, который властвует над всеми, даже над Господом Брамой и другими праджапати. Он вездесущий и нетленный. Предназначил растения в пищу другим живым существам. Комментарий. Бог Луны Сома напомнил прочетам, что растения были созданы Богом богов, который предназначил их в пищу всем остальным существам. Уничтожив растительный покров земли, прочеты только повредили бы своим подданным, лишив их пропитания. Конец комментария. Омагена Тамиранга Сиагена Джана Шалакая Чакшур Милитани Натасмайши Гуравей Намаха Си Чайтани Манулиш Спритани Набутали Свайрупа Кадамагиям Дадати Свапанантикам Ванча Калпетру Рубища Крипа Сингбевача Патитана Паванепью Вайшна Вепью Намонамаха Джайши Кришна Чайтаня Прабуни Тянанда Шри Адвайта Гадатар Шива Садигор Бхактавринда
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намасте, Гурудевая, Сарва Сиди Преданный, Сарва Мангала Рупая, Сарва Нанда Видхейни, Шри Гуру Парамананда, Премананда Палапрада, Враджананда Прадана, Севайо Манио Джая, Нитянанда Хамнами, Сарва Нанда Карампарам, Аринама Прадады Вама Вадута Шираманим, Нама Махавадания Кришна, Преме Прадайте, Кришна, Кришна, Чайтанья, Намне Гурат Вишинама, Нилачала Нивасая, Нитяя Параматмане, Балабадра Субадрам, Шиаши, Джиганат, Хайтея, Намаха. Нама Вишну Падая Кришна, Кришна, Баталеши, Мати Прабху, Вишну Прабху, Ити, Намини, Дадати Бхагавата, Твам, Нищейна, Бенача, Прабхупадася, Христа, Свами, Мигру, Падашия. Нама Вишну Падая Кришна, Кришна, Баталеши, Мати Бхакти, Виданта, Свами, Нити, Намини. Растение сотворил Верховный Господь Шри Хари, который властвует над всеми, даже над Господом Брамой и другими праджапати. Он вездесущий и нетленный, предназначил растения в пищу другим живым существам. Хари Кришна. Ладно. Небольшой комментарий, небольшой стих. Достаточно понятный. Но так или иначе, мы видим из первой песни Шримад Бхагаватам, что еще тогда, еще в первой песне Шримад Бхагаватам мы узнали о том, что живые существа, которые находятся ниже нас по уровню сознания, могут быть нашей пищей. Этом там говорится, что более низшие живые существа являются пищей для более высших живых существ. И с одной стороны, это может быть оправданием для живого существа, чтобы причинять насилие другим живым существам. Мы скажем, ну, мы высшие живые существа, чтобы подпитывать наше тело, поддерживать наше тело, наш разум, мы должны уничтожать более низших живых существ. Мы что-нибудь там тише сделали? Они услышали. И это не должно быть оправданием, чтобы убивать живых существ. Наоборот, человек должен стремиться к более возвышенному сознанию. Возвышенное сознание или более высокое сознание, уровень сознания проявляется в том, что человек способен проявлять милосердие, дружелюбие, сострадание, давать защиту более слабым. С этой точки зрения прогресс уровня сознания, который поднимает нас на более высокий уровень, именно проявляется в этих качествах. Понятно, в этом мире мы все пытаемся доминировать или эксплуатировать более слабых, более низших, более, может быть, неразумных живых существ. И по какой-то причине, может быть, в этой жизни мы занимаем положение чуть выше, чем другие. Это результат наших аскез. А это означает, что мы пользуемся сейчас плодами того, что мы делали в прошлом. Прачеты, они много лет под водой совершали аскезы. И накопили большое могущество. И когда человек получает силу, власть, способность влиять на других живых существ, он может, у него, естественно, появляется соблазн использовать это. И с точки зрения определенных их понимания, может быть, это было справедливо, потому что
деревья на тот момент не заселили плодородные земли. Шрила Прабхупада объясняет, что деревья ни в коем случае нельзя уничтожать, потому что это тоже является живыми существами. Но в том случае, если они уже распространили себя на плодородные земли, только в этих случаях можно использовать, уничтожать их, ну то есть как бы срубывать, рубить, и использовать их для того, чтобы там на дрова, на, я не знаю, какие-то, может быть, делать вещи, алтари, например, для того, чтобы служили, это дерево могло послужить Кришне, ну, так или иначе. Как-то можно использовать. Но только это как в определенных случаях. Здесь все нужно делать с точки зрения определенного понимания. Потому что прочеты, совершая аскезу, они, хотя и обрели это могущество, тем не менее появился соблазн. Когда человек совершает аскезу и начинает чувствовать, что он получил какую-то силу, мы уже сказали, что он может использовать эту силу ради своего удовлетворения. То есть он может соблазниться тем, чтобы пользоваться этой силой. Почему? Потому что изначально человек совершает аскезу ради чего-то. Если человек и берет за какую-то аскезу, он делает это ради того, чтобы исполнилось какое-то его желание, как правило. Обычно у людей вынуждены терпеть или проявлять совершать какую-то аскезу, или вынужденную, или добровольную, не имеет значения. Но эта аскеза приведет к каким-то плодам. Человек всегда думает о том, что я получу в результате того, что я проявляю сейчас терпение, или великодушие, или заботу, или просто контролирую чувства. Ради чего? И если у нас появляется желание, совершив аскезу, совершив какое-то действие, да, в виде аскезы, мы получили силу, у нас мы чувствуем себя на высоте. Мы можем чувствовать себя на высоте. Я такой великий. Первая мысль, которая нас начинает удовлетворять, то, что я это сделал, я пропастился целый день, совершил это, аскезу такую. И нам сразу появляется желание, видите, как я наслаждаюсь, какой я великий, какой я могущественный. И, естественно, такое само по себе настроение сразу отражается в том, что на других я смотрю уже свысока. Он этого не сделал, а он, я видел, он там уже не дотерпел, и он там съел. И я это видел. И, естественно, мы начинаем человека думать, уже пренебрежительно относиться к этому живому существу. Мы начинаем, я такой великий. Поэтому аскеза, когда мы ее совершаем с настроением получить удовлетворение, она приводит к тому, что мы начинаем быть надменными или гордыми. Что является признаком того, что мы скоро очень немягко рухнемся. Или потеряем суть этой аскезы. Поэтому преданные, они должны понимать, зачем, как совершать правильно аскезу. Очень важно, поэтому всегда преданные, когда и пытались совершать какую-то аскезу, они получали для этого рекомендации от преданных. И так устроено было ведическое общество. Даже жена не могла совершать аскезу без разрешения мужа. Это дано для того, чтобы люди могли правильно использовать аскезу. Потому что аскеза, мы, как правило, это не должен быть усилие для того, чтобы исполнить наши желания. Да, мы, может, получим какое-то исполнение наших желаний, но вместе с этим мы получим немножко другие качества, которые будут все равно стягивать нас вниз еще дальше. Именно поэтому преданный, он пытается свои аскезы удовлетворить Кришну.
Потому что, когда он ставит цель, я хочу свои аскезы удовлетворить Кришну, и Кришна, когда доволен, он автоматически получает удовлетворение, и его желания исполняются, потому что он другого ничего не желает, как только служить Кришне. А все в этом мире принадлежит Кришне, поэтому Кришна наделяет такой способностью живое существо, давая ему все необходимое для того, чтобы он мог служить Кришне. Тогда эта аскеза правильная. Иначе, как мы уже сказали, еще не сказали, но мы знаем, что аскеза, она, когда Господь Шива начал разрушать эту всю Вселенную, когда ему Брахма рассказал, давай, наполняй эту Вселенную живыми существами, он породил рудры, эти рудры начали разрушать. Он сказал, все, все, остановись. Тебе не надо больше ничего делать, лучше иди аскезы совершай. И он, Шрила Прабхупада, объясняет Шримад Бхагаватам, что вот эта вот аскеза, она является источником гнева. Также, если она неправильно совершается, она может породить нас гнев. Это означает, что этот гнев будет проявлен в том, что я смотрю на других живых существ уже с точки зрения, с надменным образом. Уже как на более слабых. Поэтому, естественно, у меня появляется желание доминировать над этими людьми. Я вот такой великий, а они вот такие, а они еще слабые в этом. И если это, если человек как-то начинает, или тот, кто, если его желания начинают не исполняться, то это приводит к тому, что начинает гневаться. Поэтому гнев присутствует в аскезе. Мы знаем, как он проявляется в аскезе, куда он его еще распределил, в одиннадцать вещей распределил. 11 рудр. Получается 11 видов, да? Куда распределена была аскеза. Тапасья. У него там, что у него начинает? Руки наливаться, глаза наливаться кровью. Я уже не помню. Ну, я знаю, что аскеза точно, надо вспомнить. Все, появляется гнев, я уже не удовлетворен, потому что человек не исполняет мои желания, он не подчиняется мне великому. Все демоны, они совершают аскезы для того, чтобы получить возможность наслаждаться. Так действовал Равана, так действовал Хираньякашипу и их подобные. Хотя это самые великие и могущественные демоны. Но, тем не менее, они всегда думали о том, что я сейчас совершу аскезу, получу возможность наслаждаться, буду наслаждаться до тех пор. Они были разумными, пока моя карма закончится. А потом я опять буду аскезы совершать. И опять, так как обрету то, что мне нужно будет. Это способ, с помощью которого люди могут поддерживать больше возможностей или иметь больше возможностей для наслаждения. Аскеза. Но она всегда связана с тем, что он должен какое-то время терпеть. Если я не помню, конечно, Хираньякашипу меньше прожил, но он совершал 1000 лет аскезу. Он даже столько не смог наслаждаться, столько лет. Кришна не дал, конечно. Но человек может получить наслаждаться, возможность наслаждаться ровно столько, сколько он совершал аскезу. Поэтому, это, с одной стороны, Кришна объясняет, что аскеза – это мое тело. Все начинается с аскезы. Первые слова, которые он сказал Браме – «Тапа, совершай аскезу». Но нам нужно понять, как правильно совершать эту аскезу. Чтобы эта аскеза приносила и размягчала наше сердце. Она не ожесточала его, потому что, совершая аскезу ради чувственных наслаждений, я хочу получить эти наслаждения – я буду очень раздражен.
А если я буду делать это для Кришны, то Кришна будет удовлетворен. Мы надеемся, что Кришна будет удовлетворен. Мы пытаемся почувствовать это, понять это, что Кришна будет удовлетворен нашей аскезой. И таким образом мы будем испытывать счастье. А что? Мы делаем это для Кришны. Мы понимаем, что все принадлежит Кришне. У нас нету способа или мотива гневаться. А то, что наш естественным образом, наше преданное служение является аскезой, заключается в том, что мы уже отбрасываем чувство своего комфорта или чувство своего желания наслаждаться в этом мире ради удовлетворения Кришны. Мы ставим первое в своей жизни, в своей деятельности то, что я должен так или иначе доставить удовлетворение Кришне. Или другими словами, заниматься служением Кришне. И уже побочный продукт этого, нашей деятельности, правильной деятельности, уже будет приносить все, даже материальные блага, если они нам нужны. Проблема в том, что человек начинает испытывать такой вкус, получив это счастье, это блаженство, отношения с Кришной, что его уже материальные блага не интересуют. Более того, он начинает понимать, на каком-то этапе своей практики он начинает понимать, что эти материальные блага это являются те, может быть, и тонкие, но нити, которые нас еще сдерживают, и нам надо все-таки их разрубывать потихонечку. Потихоньку надо разрубывать их. И настанет такой момент, когда мы просто... Все, с сегодняшнего дня я готов полностью предаться Кришне. Мне остальное все, ну, просто необходимо только для того, чтобы поддерживать это тело. И тогда он начинает благодарить, что Кришна, ты мне и так дал достаточно много. Если мы обратимся или будем внимательны, мы увидим, что Кришна дал нам все необходимое. И все это необходимое соответствует нашему уровню, чтобы мы могли чувствовать себя в комфорте, комфортно. Вопрос, насколько мы удовлетворены тем, что выделено нам как доля. Зачастую мы хотим большего. В нашем сердце живет жажда. Но не жажда служить Кришне, а жажда к материальным наслаждениям. И эта жадность, она в конце концов тоже является одним из источников, который приводит нас к падению. Все в этом мире мы начинаем использовать и пытаемся задействовать в служении Кришне. Все в этом мире имеет свой смысл. Если есть аскеза, мы должны знать, как ее совершать. Если у нас есть какая-то жадность, мы должны правильно эту жадность направить. Если у нас есть, там, я не знаю, какая-то сила или что у нас может быть, разум, мы все это можем направить на служение Кришне. Да, ощущение так и короче. Все? Все очень просто. Вопрос. Осталось только вопрос согласиться с этим. Мы говорим, да, 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 все правильно. Все правильно написано. Мы верим в это. Мы только верим. Но у нас есть еще жизнь, и нам надо, и у нас есть еще свои потребности. Я должен что-то делать, чтобы, ну, по крайней мере, не страдать в этом мире. И поэтому мы что-то делаем в этом мире только для того, чтобы не страдать. Но чем больше делаем, тем больше мы страдаем. Феномен. Тогда, если мы уже хотим что-то делать, то мы можем делать для Кришны. Тогда страданий не будет. По-другому никак. Даже если мы перестанем что-то делать на уровне тела,
то мы будем делать на уровне ума. Пока наш ум еще беспокойный очень. Он еще будет в себе культивировать желание наслаждаться этим миром. Он еще будет иметь эту жажду. Почему? Потому что опыт каких-то наслаждений, крошечных наслаждений, которые он испытал в этом мире за многие жизни, они копятся и остаются в уме. И другого счастья он не знает. У него нету другого опыта счастья. Поэтому он стремится к этому счастью. Потребность быть счастливым – это нормально. Вопрос как? Каким методом, каким способом и что для этого делать? Просто ощущения одинаковые. Ощущения счастья одинаковые. Но в материальном мире счастье – это так. Я не знаю, как даже ее назвать правильно. Это так. Какая-то страстная эмоция. О, я сегодня счастливый. Почему? Потому что вот мне досталась тарелка классного просада. И я теперь чувствую себя счастливым. И как это так? А другой почему-то как-то не особо и к этому так и относится. Ну, хорошо, досталось и досталось. Представьте себе, да сколько таких моментов, на которые мы очень сконцентрированы. Наши привязанности, которые у нас есть, мы думаем, что эти привязанности порождают в нас счастье, эмоцию счастья. Но эти привязанности не порождают у нас эмоцию счастья. Мы пытаемся выдавить это из себя. Эмоцию счастья приходит к нам от Кришны, от его внутренней энергии Хладини Шакти. И это эмоция счастья, которую человек испытывает так, что он и не может даже контролировать себя иногда. И эта эмоция счастья так проявляется, где живое существо в этом мире никогда не может испытать такого удовлетворения. Не говоря уже о тех всех признаках сатвика Бхавы, восьми признаках экстаза, которые человек может проявить. Сколько раз в жизни человек испытывал счастье, когда его волосы на его теле встают дыбом? Некоторые даже ни разу. Но в служении Кришне, благодаря Кришне, это можно почувствовать. Такова сила радости будет, такова эмоция счастья будет, блаженство. Но этот опыт нужно обрести. К этому опыту нужно стремиться. Как к любому материальному счастью мы должны прилагать усилия, точно так же к духовному счастью мы тоже должны прилагать усилия. Обязательно. Просто эти усилия должны быть целенаправлены, искренни, имеется в виду бескорыстны, постоянны. И мы начнем чувствовать влияние духовной энергии. Это счастье будет захватывать нас все больше, больше и больше. Это не значит, что мы не будем ничего чувствовать до того момента, пока наши волосы не встали дыбом. Нет. До этого момента нам нужно еще пройти какой-то этап. Но даже на начальном этапе вкус уже есть. Он уже есть. Даже, как мы вчера читали, даже на уровне веры уже вкус появляется. Он уже может проявиться на уровне веры. Поэтому, делая правильные вещи, мы чувствуем настоящее блаженство. И мы начинаем чувствовать, что оказывается оно постоянным может быть. То, что мы так всегда к чему стремимся, к постоянному счастью.
Единственное, что мы начинаем понимать, что как только наше сознание отвлекается от Кришны, от служения Кришне, тогда это счастье где-то теряется в глубинах нашего сердца. И мы начинаем опять заниматься рутинной деятельностью, действиями, деятельностью. Мы что-то делаем, и опять же пытаемся все-таки пробудить в себе это какое-то счастье. Но опять обращаясь к Кришне, опять оно может пробудиться у нас. Хотя это нелегко, для этого тоже должны быть определенные условия. И это условия выражены в Шримад-Бхагаватам, как искренность, как чистота, как аскетизм, милосердие. То есть мы должны обладать какими-то качествами по отношению, чтобы этими качествами радовать Кришну. Потому что Кришна сам по себе чистый. Он не соприкасается с материальной энергией. И до тех пор, пока мы будем осквернены материальной энергией, материальными какими-то качествами, у него нету, он просто не захочет с нами соприкасаться. Просто не захочет. Какой смысл ему соприкасаться с теми, кто... Хотя Господь Чайтанья очень милостив, Он идет и сам идет к живым существам, приходит в эту вселенную и начинает проповедовать славу Святого Имени. Но как бы Он ни соприкасался с живыми существами, если они не настроены на то, чтобы получить милость, если в их сознании нет желания или понимания того, что служение Господу – это важная, это самая важная ценность живого существа, то они не принимают даже такую милостивую форму, как Господь Чайтанья Махапрабху. У них нет желания. Они настолько поглощены своей материальной жизнью, материальной деятельностью, что при этом постоянно находятся в беспокойстве, в страданиях. Таков удел людей, которые не занимаются служением Кришне. И если даже наблюдать внимательно, у нас есть у каждого окружение какое-то. Мы можем видеть и наблюдать за людьми. Мы можем даже на том уровне, на котором мы находимся, даже тот вкус, пускай даже очень слабенький духовный вкус, который мы имеем, мы уже, смотря на других людей, мы можем видеть, насколько они несчастны. Они совершают какие-то действия и страдают от них. И мы даже иногда удивляемся, как они не могут понять простые вещи. Но такова сила иллюзий. Сила иллюзий такова, что они не могут понять, потому что они поглощены материальными желаниями. И вот до тех пор, пока мы будем, как там, Бога Ашвария Прасактанам, то я покрита читасам, пока мы будем сосредоточены на богатстве, на власти, то мы будем находиться в этой иллюзии. И нам очень трудно будет почувствовать влияние духовной энергии, духовного вкуса. Хари Кришна. Может, вопросы, дополнения, комментарии? Да. У меня дома сундук с золотом.
И я коплю. А тут я услышал, что, оказывается, можно поделиться с Кришной. Так не хочется делиться ни с кем. А сейчас можно поделиться. Я прихожу и делюсь с Кришной. И так постепенно, таким образом, делая даже какой-то шаг, Кришна нас очищает от этой жадности. Единственное, кто нас очищает, это Кришна. Поэтому, если у нас есть жажда того, чтобы копить какие-то материальные вещи, то мы можем предлагать это Кришне. А мы можем, раньше так и делали преданные, все предлагали Кришне. Был закон такой. Если у нас есть жажда более тонкого тела, то есть жадность какая-то, вот, связанная с определенными наслаждениями, мы хотим получать удовлетворение от каких-то внешних вещей, мы приходим и служим Кришне, созерцая его форму, служа ему, делая ему какие-то подношения. Таким образом, постепенно наша жадность будет очищена благодаря Кришне. По-другому мы ее никак не очистим. Поэтому люди иногда, даже в христианских традициях, они делают пожертвования. Или богатые люди, часто богатые люди, насколько я знаю, очень богатые люди, у них обязательно есть такой принцип, что они занимаются благотворительностью. И у них не просто это чувство вызвано такое, что это так надо или так модно, они убеждены, это материалисты. Они убеждены, что таким образом они поддерживают свое богатство. Поддерживают свою возможность, и таким образом они даже его увеличивают. Поэтому так можно использовать. Ну, если мы уже ничего не можем сделать, но Кришна также говорит, без проблем. Мы можем быть жадными к наслаждениям. Может быть, у нас ничего нету, но жадность к наслаждениям в этом мире у нас есть. Жадность, и это может проявиться там, у кого-то проявляется в виде воровства, обмана, кто-то хочет что-то обмануть и так далее. Так или иначе, да. Жадность может проявиться к желанию наслаждаться в этом мире. Тогда нужно наслаждать Кришну. Мы делаем просто, мы наслаждаем Кришну. Стараемся доставить ему удовольствие. Так мы используем свой принцип жадности. Ну, по крайней мере. Если уже вообще ничего не можем делать, то можем молиться Кришне. Просто, Кришна, у меня всего столько, я тебе не могу даже предложить стакан воды. Ну, такого, конечно, нету, но... Поэтому прими хоть мою молитву. Избавь меня от этого качества. И это тут так меня заставляет страдать, потому что любые материальные качества, если мы обратим внимание, будь то жадность, гнев, вожделение, оно повергает нас в страдания. Оно заставляет нас страдать. Поэтому разумный человек, он старается избавиться от этих качеств. Или трансформировать их в чистые качества. Если уже проявить жадность, то жадность к преданному служению. Дай-ка я буду жадным к преданному служению. Сначала я буду делать вот так вот. И чем больше, тем лучше. Поначалу преданный думает, я буду есть много. Буду так есть, что аж прям... Некуда. Кришна или Шрила Прабхупада так все устроил в обществе, что мы можем очень легко трансформировать наши материальные качества, сделать с них духовные. В конце концов, потом человек понимает, что ему нет необходимости столько есть и потом страдать из-за этого. Поэтому он потихонечку начинает естественно отказываться от того, что неблагоприятно, что мешает ему. Пока он не очистится настолько, это труд, пока он не очистится настолько, что он будет себя чувствовать
стабильно умиротворенным, удовлетворенным. Иногда тоже опасная вещь, когда ты стабильно удовлетворенный, то иногда какие-то вещи происходят, что нужно на какое-то мгновение они могут тоже побеспокоить ум. Я недавно рассказывал историю преданным, со мной произошла. Я тут возле вокзала переходил дорогу и переходил ее так, ну, как-то так, неправильно. И я уже дошел на половину дороги, там рельсы, вроде трамвай проехал, и я так встал и смотрю уже на другую сторону, уже на противоположную дорогу. И тут сзади меня, я делаю шаг, чуть ли не касаясь, метется этот, проехал этот красный микроавтобус. И чуть меня не задел. Ну, я даже не обратил на это внимания. Ну, не задел, и хорошо. Я со спины даже не видел, я даже не испугаться не успел, ничего. Ну, наблюдали за этим милиционеры, ехали за этим автобусом на машине. Я аж побежал, пока добежал до этого, даже этот, они за мной, включили мигалку за мной. Догнали меня. Выбежали с машины, их там трое было, так. Ну, я такой, ладно, остановился, думаю, что я такого нарушил. Ну, я уже, честно говоря, понял, что я что-то сделал не так, наверное. Я одеваю маску, они подходят, говорят, ну вот понимаете, что вы только что сделали, вы нарушили правила. Я говорю, ну, хорошо, я даже не этот, да, извините, простите, я так сразу... Ну, чтобы не напрягать атмосферу, обычно люди сразу защищаясь, проявляется гнев. Ну, простите, да, бывает, чуть-чуть не досмотрел, но спешил. Они говорят, ну, ты понимаешь, они начали мне лекцию читать, у тебя же там есть жена дома, есть дети, которые тебя ждут, а вдруг у нас тут такое все происходит. Я говорю, я понимаю, ну, уже не начал, сначала хотел там рассказывать, судьба есть, думаю, там, проповедовать, потом думаю, ну, как же они потом... будут относиться к преданным, которые вот сами нарушают правила. И вот они начинают рассказывать, все, мы тебя штрафуем. Штраф 255 гривен. Я уже такой, ну ладно, хорошо. А сам внутри же такой, вот я не, вроде есть гнев, а оправдания гневу нету. Вот есть гнев, вот бывает такое, есть гнев, потому что я начинаю думать, почему? Вроде я сделал неправильные вещи, с одной стороны, они правильные. Почему я гневаюсь? Что я хочу? Хочу, чтобы они меня отпустили? Хотим ли меня простили? Хорошо. Ну ладно, это мои ощущения, но они должны меня наказать, они закон. Они должны наказать. Нарушители, так действуют кшатри, так действуют это. Я такой, у меня ум такой. И я не могу справиться с этим. Может быть, потому что мне жалко 255 гривен? Наверное. Жалко просто отдать им 255 гривен. И я потом думал, да ладно, все, они правы, я виноват, должен понести наказание. А потом начал думать, Кришна, вот и почему так произошло? Вот как вот мне относиться, чтобы не... ведь ты же все это контролируешь, как сверхдуша. Это мои мысли были. Я не просто, что это как бы как этот уже как-то, как какая-то истина, но мысли такие, что Кришна, представь себе, вот Кришна, вот он говорит, я забочусь о своих преданных, я как-то их поддерживаю. Тут они делают какие-то вещи странные. Ну, надо их как-то поругать, как отец любящий. Он должен поругать своих детей, что вот они неправильно делают. Это же естественно. На самом деле, когда нас Кришна
иногда ставит такие ситуации, я думаю, Кришна, и мой ум сразу принял интересное настроение. Говорит, Кришна, спасибо тебе, ты отец, ты заботишься обо мне. Таким образом ты мне показал, что я был неправ, как я должен действовать. И так или иначе ты меня в будущем спас от каких-то вещей. И мне так легче стало, у меня ушел этот весь гнев по отношению к этим людям. И на следующее утро я проснулся, и мне вернулись эти деньги обратно. Просто так такой дзынь, думаю, что такое, вроде ничего не это, посмотрю, вернулись обратно деньги. Я не знаю, там, скорее всего, какая-то технический сбой в банке, но так или иначе они обратно вернулись. Не знаю. Ну так вот. И каждую ситуацию, в которой мы находимся, мы можем вести диалог. Кришна дает нам знания, с помощью которого мы можем рассуждать, почему это произошло с нами. Если мы на это внимание не обращаем, а просто зацикливаемся на том, что кто-то виноват, потому что не исполнились мои желания, мы будем всегда страдать. Но если мы осознаем, что где-то Кришна проявил милость, из чего-то нас спас, или чего-то нам сделал такое, или даже просто одна мысль о том, что это его желание, чтобы так было со мной, значит, он что-то хочет. Прабхупада говорит, может быть, нам надо было очиститься от чего-то. Мы всегда найдем причину, почему Господь поступил с нами так. И если мы найдем эту причину, нам станет, наши отношения с Кришной станут более близкими. Потому что мы можем видеть, мы думаем, почему иногда Кришна наказывает своих преданных. В одной из лекций говорится, что ну вот преданные тоже ж умирают, попадают в какие-то сложные ситуации, болеют. А Кришна говорит, мой преданный никогда не погибнет. Говорит, не понимаете? Преданный не хочет оставаться в материальном мире. Предложите преданному жить здесь, в материальном мире, вечно, он скажет, вы что, это проклятие. Это проклятие. Тем более в этом теле. Я понимаю, когда там еще молодежь, там, до 20 лет еще просит, чтобы там жить вечно в этом мире. Но когда уже об этом просит 60-летний мужик, дедушка, который уже там без палочки ходить не может, это странно выглядит, это странное какое-то состояние, непонятное. Потому что ощущение того, что я не это тело, у нас есть. Мы ощущаем, что я как был личностью, которая не подвержена влиянию этого тела. Иногда это тело там где-то заболит, и мы даже не понимаем, где оно там болит и что там происходит. Что-то происходит, но как личности я ощущаю себя вечно молодым, как это моя мать сказала, 17-летний, но с 50-летним пробегом. Это ей 67 лет. Я себя ощущаю как 17-летний, но с 50-летним пробегом. Вот так. Все очень просто. Хари Кришна. Это я на вопрос ответил, да? Это я не лекцию продолжал, да? Кто-то еще? Да, Ира. Вы говорили о том, что забывая о Кришне, делая какую-то деятельность, теряется. И потом, чтобы восстановить этот путь, необходимо какие-то усилия опять для того, чтобы Кришне предложить, да, чтобы появился опять этот путь. Почему так происходит? Связь теряется, и да. Гуны меняются. Да. Гуны, они духовная или трансцендентная гуна, она отличается от трех гун материального мира. Поэтому мы здесь как минимум в четырех ракурсах можем получать плоды четырех способов. В невежестве, в страсти и в благости. Каждая из этих гун, она, так как она выше, возможности для получения счастья материального в
выше. Но душа никогда не испытывает того счастья, которое она испытывает в своем чистом состоянии. И когда она начинает соприкасаться с трансцендентной гуной или духовной энергией, то она, значит, душа начинает испытывать истинное счастье, которое в других гунах является только маленьким отблеском. Поэтому, когда он начинает опять переключать свое сознание на материальные вещи, он теряет связь с духовной энергией, и поэтому теряет этот духовный вкус. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупад ки джай.